Добрый день, уважаемые трейдеры! С вами, как всегда, компания WinOption Signals. И сегодня мы будем обозревать интересный и экспериментальный индикатор для бинарных опционов PowerFuse. Данный индикатор является смесью всем известных индикаторов Bollinger Bands и MACD. Если добавить данные индикаторы на график по отдельности, то вряд ли можно будет увидеть сигналы, которые они будут показывать одновременно. Но при смешении данных индикаторов в один сразу становится видно, как они работают вместе. И самое главное то, что сигналы, которые они выдают, очень просты и будут понятны даже новичкам. Также данный индикатор хорош тем, что им легко можно дополнить любую стратегию для бинарных опционов. Данный индикатор предусматривает экспирацию, равную одной свече от текущего таймфрейма. И все примеры будут рассматриваться на графике M1 с экспирацией 1 минута. Но при желании можно поэкспериментировать с данным индикатором в торговле, и, возможно, вы найдете свои правила. Установка данного индикатора является стандартной, и все настройки остаются по умолчанию. Если же вы не можете разобраться с тем, как правильно установить индикатор, то в данном видео есть вся подробная информация об установке индикаторов MetaTrader 4. Также, чтобы не устанавливать индикатор самостоятельно, в конце статьи можно будет скачать сам индикатор и шаблон для него. А теперь давайте узнаем, какие правила должны выполняться для совершения сделок по данному индикатору. Для этого перейдем в MetaTrader 4 и выберем шаблон нашего индикатора PowerFuse. Для открытия опционов Call нам нужно, чтобы индикатор MACD, это красные и синие кружки на графике внизу, пересек индикатор Bollinger Bands, это голубые линии, и соответственно все это должно произойти снизу, как в данном случае. И после этого можно открывать опцион Call с экспирацией 1 свеча. Соответственно, правила для открытия опционов Put такие же самые, только наоборот. Нам нужно, чтобы индикатор MACD пересек Bollinger Bands сверху вниз, и после этого можно открывать опцион Put с экспирацией 1 свеча. Также индикатор PowerFuse имеет огромное поле для исследований, так как входящие в него индикаторы являются многофункциональными, а поэтому возможности у данного индикатора не настолько узкие, как у других индикаторов, и при желании можно найти множество способов его использования. А теперь давайте перейдем к реальным сделкам на реальном счету и посмотрим, насколько данный индикатор эффективен в торговле.
По итогу имеем три короткие сделки с экспирацией 1 минута и общей прибылью около $100. Однако не стоит забывать, что несмотря на такую быструю прибыль, обязательно нужно использовать правила money management и соблюдать риски. И еще одним важным моментом на данный момент является то, что все рынки сейчас очень волатильны, что можно было видеть на примерах сделок. И от совершения некоторых сделок сейчас лучше воздержаться, так как шанс получить убыток намного выше. Если данное видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые обзоры интересных стратегий и индикаторов. Желаем вам удачной торговли!